Автомобиль – фургон специализированный. На шасси КАМАЗ-43-118-10 «Охотник». Предназначен для активного отдыха, охоты, рыбалки, путешествий, а также организации автономного проживания вдали от населенных пунктов, обеспечения сна и отдыха до 6 человек, хранения продуктов и приготовления горячего питания. Фургон изготовлен из 5-слойных сэндвич-панелей с двухсторонним пластиковым покрытием и пенополистирольным наполнителем. Монтажная база. Шасси КАМАЗ-43-118 с лебедкой самовытаскивания и электрической лебедкой спереди, двумя топливными баками, кабиной со спальным местом, запасным колесом за кабиной, выхлопной трубой, выведенной на переднюю стену фургона. Фургон изготовлен из 5-слойных сэндвич-панелей толщиной 70 мм с двухсторонним пластиковым покрытием и пенополистирольным наполнителем. Цвет фургона и кабины – хаки. Обвязка фургона, внутренних перегородок и дверей, входной двери и крышка люка – алюминиевые профили. Обвязка проема входной двери и люка – сталь нержавеющая. Фургон разделен на отсеки. Бытовой отсек. Вход в отсек и фургон осуществляется через дверь на правой стене фургона. В двери установлено окно. Входная дверь укомплектована датчиком сигнализации открытой двери. Дверь закрывается замком на ключ. В открытом положении фиксируется. Под дверью находится раскладная лестница для входа в отсек. Слева и справа от входа установлены поручни. Справа от входной двери установлен шкаф для одежды. Слева от входной двери установлен шкаф для оборудования. В нем установлен сейф для оружия. Электрощит с контрольной аппаратурой. Закреплены штыри заземления. Вдоль левой и задней стен установлен кухонный стол. Левая его часть состоит из отсеков. Спереди мойка, в середине выдвижные ящики, запирающиеся на замок, сзади холодильник. В столешницу вмонтирована газовая плита. Газовые баллоны расположены во вспомогательном отсеке. Над плитой установлена вытяжка. Над столешницей установлен двухсекционный навесной шкаф с дверцами типа жалюзи. В столе под мойкой установлен водонагреватель бойлерного типа. Слив воды с мойки осуществляется через пол на грунт. Жилой отсек. Вход в отсек осуществляется через сдвижную дверь из бытового отсека. Жилой отсек предназначен для работы и отдыха рабочей группы, размещения средств связи, оргтехники и другого оборудования. Вдоль правой и левой стен располагаются три мягких двухъярусных лежака-дивана. Верхние лежаки откидываются вниз и являются спинками для нижних лежаков. Под диванами располагаются рундуки. В левом заднем рундуке установлен бак для воды из нержавеющей стали емкостью около 200 литров с запорной арматурой. Там же находится насос для подачи воды. Левый передний рундук – вещевой ящик. Правый рундук разделен перегородкой на две полости. В задней полости установлен автономный дизельный отопитель Webasto Airtop. Подача воздуха от отопителя в отсеке осуществляется по воздуховоду, расположенному вдоль правой стены фургона. Пульт управления отопителем находится на боковой стенке рундука. На стенках отсека установлены три окна с открывающимися створками. В середине отсека установлен стол, который одной стороной примыкает к передней стенке фургона. Крышка стола состоит из неподвижной и дополнительной откидывающейся части. Над столом установлена полка со встроенным DVD-плеером и переговорное устройство кабина-фургон. В углах отсека смонтирована акустическая система. Справа от сдвижной двери установлен шкаф для одежды и тумба с двумя отделениями. На потолке смонтированы накрышный вентилятор, кондиционер, аварийно-вентиляционный люк и светильники освещения. Дверцы всех шкафов, ящиков, откидная столешница стола в жилом отсеке, а также лежаки спальных мест в транспортном положении фиксируются защелками. Фургон оснащен двумя огнетушителями ОП-2, по одному в жилом и бытовом отсеках. Вспомогательный отсек. Вспомогательный отсек предназначен для размещения выносного генератора и двух газовых баллонов для плиты. Отсек оборудован нагревательными элементами для предпускового подогрева генератора в холодное время года. Доступ в отсек осуществляется через люк в задней стене фургона. Фургон оборудован габаритными фонарями. Электрооборудование фургона состоит из систем электроснабжения наружного и внутреннего освещения, отопления и вентиляции.
Электрооборудование комбинированное. Состоит из потребителей постоянного тока напряжением 24 вольта и 12 вольт, а также переменного тока напряжением 220 вольт. Многолетний опыт фирмы «Автодизайн» в производстве спецавтомобилей, профессиональный подход и творчество гарантируют качество и реализацию самых смелых идей заказчика. Фирма надеется на успешное сотрудничество с потенциальными клиентами и гарантирует качество и конкурентное преимущество своих изделий и услуг. Natural.